Так, вчера я услышала великого мыслителя господина Путина, у меня внутри все закипело, и я не смогла не прийти, потому что такого пустого, можно обойти. Невежественного, бескультурного человека надо поискать в нашей стране, да еще при том, что он захватил власть. Позор, стыд нам всем. Внутри вчера все закипело, я поэтому не могла не прийти. Поэтому я здесь. И, наверное, буду дальше приходить, потому что выдержать это невозможно.